Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, в аппарат Азоди на аппарате Эндерал. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, мы продолжаем наши приключения. Я распродался и купил 19 книг адепта по элементализму. Давайте сейчас все их изучим быстренько. Итак, элементализм мы тоже подняли. Стрельба, скрытность и элементализм у нас прокачаны уже более-менее так. Теперь нам нужны будут книги похлеще. Что там дальше идет? Эксперт, наверное. По квестам. Сейчас мы отправимся к Эдарону Дальгейсу узнать у него по поводу черного камня. Кстати, маркер нужно убрать, чтобы не мешал нам. May your path always be even. Так, сон где-то недалеко. Так, слушайте, нужен ключ, а как же нам тогда войти туда? Мне надо поговорить с твоим хозяином по важному делу. Do you know? Well, at the risk of blowing your mind, my job is to keep folk like you out. Now, what makes you think that you're any different? Нет, ну платить я точно не собираюсь. Послушай, у меня нет времени на это. Пусти меня, или пожалеешь. Well, well, aren't you a cheeky one? You must really think I'm stupid if you expect me to fall for that. This place is swarming with guards, and I sure won't be the one who starts a fight. Так, ну платить я ему не собираюсь. Необходим ключ. Может, у него как-то украсть нужно ключ? Мне не выдавали деньги, просто орден не давал мне деньги на этот квест, и я личные деньги тратить не собираюсь. С какой стати я должен свои личные деньги тратить? Пускай лучше пройдет обряд очищения, и все передохнут, но свои личные деньги я не хочу тратить на это. Так, ну-ка, сохранимся. Да какого черта? Какого черта? Зачем вообще есть навык карманная кража, если он не работает? Абсолютно не работает. Персонаж просто заговаривает с нами, когда мы пытаемся. Нас не видно. Какого черта? Как-то это все через задницу сделано. Так, а ну-ка, давайте почитаем. Частная собственность семьи Дальгейсов. Угу. Лично поговорить нужно с Кетероном Дальгейсом. Блин, а что тогда делать? Личные деньги я тратить не хочу. Где мне взять деньги? Надо где-то украсть, что ли? Ну, не хочу свои деньги на это тратить. Блин. Может, его пристрелить просто к чертовой бабушке? Где-то, где нас не будет видно никак. Ой-ой-ой, здесь течение чувствуется. Еще как чувствуется.
у нас палит? Ага, понятно. Этот замок нельзя открыть без ключа. Какой замок? Он что, тоже бессмертный? Блин, ну офигеть. Собственно, наш сундук. Блин, ребята, что с ним делать? Я реально не знаю, что мне теперь делать, блин. Придется, видимо, воровать где-то деньги. Ненавижу в играх воровать, но свои деньги я тем более тратить не хочу. Либо как-то начитерить. А, можем, смотрите, как сделать. В банке ежедневно какая-то сумма добавляется, да? Можно ведь просто проматывать время, у себя дома спать сутками напролет, чтобы больше денег накопилось побыстрее. Давайте, наверное, так и поступим тогда. Потому что это дело принципа. Свои деньги, ни копейки своих личных я тратить не хочу. Либо у Дальгейса вот этого сейчас что-то сворую в доме. 10 монет пойдет? Одна сотня. И еще как стяну. Ну, 100 монет я верну по-любому. Отвали. Так. Пустой пергамент. Щипача. О, прекрасно, уходи куда-то. Но ворованные предметы мы продать не сможем никому, поэтому нужно брать либо золото просто, либо то, что именно нам понадобится. Зелье излечения болезней? Ну, на всякий случай возьмем, так уж и быть. Так, 51 монета есть, хорошо. Тут чисто еда, мне нужны деньги. Слушайте, мы что, могли проникнуть другим способом, по идее? Наверное, да, но... Пришлось бы, наверное, с боем дальше прорываться, нас бы здесь заметили и все. Сейчас-то мы вошли через главный вход, то есть будто бы нас пропустили. Так что все в порядке? Что это такое? Да-да-да, ждет, не сомневайся в этом. Что за прибыль? Не могу прочитать. Ух, сокровищница. Вот сюда мне нужно. Почти.
Да чтоб ты был здоров. Надо будет прокачивать взлом, но деньги на это надо. Все упирается в деньги. Да чтоб ты был здоров. В играх я никогда не ворую, отыгрываю хорошего персонажа, но если здесь меня прям вынудила, игра сама вынудила мне платить деньги, то, скажем так, я своей вины абсолютно теперь не чувствую и могу... 132 монеты. И могу с чистой совестью воровать. Но это мне не надо, все равно продать я их никому не смогу. Поэтому просто забираем золото за моральный ущерб, за то, что пришлось с денежками со своими... Я не хотел чернильницу расставаться. Груда золотых слитков. Нет, не надо нам. Корона? Что за корона? Выглядит очень даже неплохо. Но ее нельзя одеть. Разная. Ну, тогда не надо. Мне просто понравилось, как она выглядит. Я думал, что это что-то... крутое, мощное. Можно одеть, а ничего подобного. Не нужно ни то, ни то. Так, ману, по-прежнему качаем ману. И давайте тогда уже помедитируем, что ли. Так, что мы там дальше качать будем? Пока что я огонь использую, но в будущем, возможно, электричеством начну баловаться. Ну, придется по-любому вкачать ледяной ветер. Неважно, что он дает, мне это не нужно. Но зато потом мы попадем к вот этому воспоминанию. Полезная штука. Окей. У нас больше очков нету? Нет. Так, главное, чтобы теперь меня не спалили, когда я отсюда выберусь. Ту-ту-ту-ту-ту. Все, я просто здесь хожу. Все в порядке, все хорошо. Все в порядке, все хорошо. Какая у тебя причесочка? Прямо ирокез. Ага. Ключ от дома. Вот эта штуковина может быть полезной. И мне, скорее всего, сюда и нужно. Ага, он уходит. Вот это хорошо. Ты уходи, уходи. Я тоже ухожу. Вон, видишь, все окей. Ту-ту-ту-ту.
Стоп, это ключ не отсюда? Вот елки. Это, видимо, ключ чисто от входной двери. Я думал, от всего дома, то есть от всех комнат. А может быть, вот это Дальгейс? Здрасте. А что у вас тут? Вы не против, если я посмотрю? О, Грант. Yet another proof of the notorious reliability of cell swords. I should have known that simpleton was only good for peeling potatoes at best. So, what is it that you want? To mug me? I would seriously think that over, considering my esteemed bodyguard over there. He belongs to the petrified, and I'm sure he would love to demonstrate just what. Да не, не переживай. Мне как-то дела до тебя нету. Простите, что пришел сюда, но... А может, все-таки попытаться его убить? Он мне не нравится, определенно. Легко. Я просто хочу поговорить. Я работаю кое на кого, кто ищет черные камни. И, судя по всему, ваша семья обладает одним таким. Вам известно что-нибудь об этом? What? No, you're mistaken. I have no idea what you're talking about. Now get out of here. Но мои источники очень надежны. I don't give a shit about your sources. Now get lost. Preferably to the land you came from. Кашан, show my guest the way out. Хорошо, что я ключ взял. Видимо, придется все-таки как-то в ту комнату попасть, но только как? А почему нас телепортируют на улицу? Я бы поборолся. Найти способ пробраться незамеченным. Найти что-то, что укажет давление. То есть мы не сам камень должны найти. Так, иди работать. А что может на него оказать давление? Это ведь та еще мразь. Книга, которую я не смог прочитать. Книга о прибыли. Может быть, теперь мы сможем ее прочитать, и именно это то, что нам нужно. Может быть, если бы я зашел сейчас через главный вход? Ни при каких обстоятельствах я не могу попасть в поле зрения охраны. Столько удачи, я смогу обойти их и пробраться на второй этаж в одну из неохраняемых комнат. Блин, охраны здесь хоть отбавляй. Вы что? У меня скрытность не настолько хороша. Я не думаю, что у нас получится это. Лучше попытаться через главный вход войти. Почему этот сундук так подсвечен? А я и маршрута не знаю охраны. Так, стоп. Обнаружение жизни у меня есть или нет? Мне бы сейчас очень понадобилось это заклинание. Нету. Слушайте, может быть, сбегать и купить, потому что я думаю, без него ну никак. Я вот сейчас не знаю, где находится охрана. Почему? Почему я не могу? Какого черта? Меня что здесь? Какого черта происходит? Меня телепортируют туда почему-то.
Звуки шагов раскрыли вас, вам нужно скрываться. С какой стати? Что происходит? Почему меня телепортируют сюда, когда меня кто-то слышит? Может быть, я могу вот так вот сделать? Да твою ж дивизию! Кстати, я переодеться забыл. Так, обнаружение жизни. Мне нужно обнаружение жизни. Укус пламени 4 уровня. У меня какого уровня? Подождите-ка. У меня 3-го ранга. Это хорошо. Но у нее нет обнаружения жизни. Слушайте, как же я тогда? У кого-то должно быть по-любому. Слушай, выручай, Голфур. Так, а у тебя вообще нет книг заклинаний, действительно. Твою ж дивизию. У кого они могут продаваться-то? Мирта, на тебя вся надежда. Блин. Может, хотя бы свиток будет обнаружение жизни. Мак. Блин, да что делать-то, а? Оденем вот это сейчас на скрытность. Это нам понадобится. Но будем пробовать самостоятельно пробраться без свитка. У меня на невидимость вроде как есть что-то. Зелье невидимости, но на 15 секунд всего лишь. А здесь можно заболеть, что ли? На 15 секунд невидимость. За 15 секунд я ничего не успею. Thank you.
So many strange things. Well, isn't it nice? В общем, я задумываюсь о том, чтобы накупить как можно больше заклинаний, никогда не знаешь, какое когда понадобится. Вот сейчас мне очень нужно обнаружение жизни, чтобы видеть сквозь стены. По-моему, туда кто-то прошел. Нет, мне показалось. Вас поймали. Вас поймали. Да. Какого черта? Что это за глюки были? Понятно, сейчас она развернется и пойдет туда или... Вон она... Нет, она... Блин, куда она поперла, елки? Как только она развернется, мне нужно туда. Можно, конечно, воспользоваться зельем невидимости и просто быстренько пробежать, но если бы я точно знал, куда мне нужно. Судя по всему, книга не имеет значения. Мне нужно именно на второй этаж, в ту запертую дверь. Я думал, мы книги его изучим. Может, он налоги не платит или что-то еще. Таким образом, поднажмем на него. Вас поймали. Да каким боком меня поймали? Никто меня не поймал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Аккуратненько здесь прячемся. Блин, запалят. Ой, запалят здесь. Ой, запалят. За кустиком спрячемся. Может быть, поможет. Она даже не повернула голову. Как меня поймали? Я не видел, чтобы меня поймали. Меня никто не ловил. Я этого не заметил. Твою ж дивизию. Где она сейчас? Да твою ж дивизию! Да как проходить это задание? А если бы у меня не было зелья невидимости? Это задание вообще нереальным становится. Ух! Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух! Ух-ух-ушки-ху-ху! Так, сюда я добрался. Вон он. Необходим твою дивизию ключ. Опа, опа. Фух, есть. Сохраняемся. Здесь мы должны найти ключ. Сюда, я думаю, никто не зайдет. Может, поспать у него здесь? Почему мне показывает туда? Может, там балкон какой-то, мансарда какая-то? Маркер, видимо, прикалывается. Маркеру порта показывает туда. Почему? Квартал знати.
Никакого ключа я здесь не нашел. Там только ложки и вилки. Может быть, дождаться ночи? Может быть, здесь дождаться ночи? А я ж не могу проматывать время, я ж не буду там часами сидеть. Я могу, правда, здесь лечь поспать. Я думаю, все же нам нужно книгу-то попытаться прочитать. Так, где охранник? Ой-ой-ой. Прячемся здесь, за дверью. Он стоит здесь, да? Кажись, утопал. Там вроде комнат больше нету. Давайте попробуем все-таки прочитать книгу. О, блин, твою дивизию напугала меня, паскудище. В общем, сейчас... Твою дивизию, она уже здесь. Но она меня не ловит. Почему пишут, что меня поймали, хотя меня никто не поймал? Я не верю в то, что меня поймали, пока не увижу доказательства. Давайте просто попробуем прочитать. Чтобы знать. Нет, это не срабатывает. Значит, загружаемся опять там, где мы наверху. И будем думать дальше. Но почему мне упорно показывает туда? Что-то я совсем не врубаюсь. Что-то там такое наверху. Может быть, нужно корону ту забрать? Из его сокровищницы. Обруч с лунным камнем просто какой-то. Необходим ключ. Блин, да где же его взять-то? У него нету ключа. Может, не спалит? В какую сторону он повернется? Блин, твою дивизию. Я просто не понимаю, зачем нам нужно выходить сюда? Окей. Теперь куда меня маркер этот ведет? Ёлки-палки. Какого лешего? Может быть, там пройти куда-то? Сенчура.
Слушайте, может быть, вот так и надо? Похоже, что да. Смотрите, то есть... Я просто не догадался, не додумался до такого. Пролезть по крыше, Аки Спайдермен. Тихо-тихо-тихо. Нет, смотрите, меня опять-таки ведет туда, к тому входу, ну елки-палки. А куда мы сейчас попадем? Но здесь мы еще не были. Так, а где дверь? Дверь там, и она закрыта. Сколько здесь пыли? Такое ощущение, что эту комнату не открывали уже годами. Что мы должны найти? Кроме денег. Ключ. Свидетельство о рождении. А ну-ка. Да. Урожать Дальгейсу сертификатом о рождении. Давайте-ка его прочитаем сначала. Ринеус Дальгейс. Родился в 15-й день прибытия, 8926 год, Звездных войн. Отец Китарон Дальгейс. Мать Лили Эйра, дочка Жевника. Да воссияет свет над ним. Подписано Джули Джулупом Тенгором, апотекарием четвертой печати. А что здесь такого страшного? У него родился сын... Видимо, сын его погиб или что? И что-то здесь было не так? Ну а теперь мне, видимо, через главный вход стоит к нему пройти. Давайте попробуем. Так, а как бы мне спуститься? Скорее всего, нет, потому что спуститься здесь я не могу. Ну, то есть нет. Могу, наверное, Нет. Нужно прямо через дверь к нему пройти. Теперь уже можно не скрываться. Здрасте. Я тут к вам. What the hell? I've no idea how you got in here, but I swear that you're about to see me get real angry. Ты б хлебушек положил? Не могу не думать, зачем тебе прятать сертификат о рождении ребенка, особенно учитывая, что ты, очевидно, бездетный. What? All right then. Here's what's going to happen next. You either give me that piece of paper right now, or I will order Kishan to do it for you. And I promise you, я могу сразиться с Кишаном, знаешь, я не боюсь. Думаю, Кишану лучше не вмешиваться. Мой наниматель сделает соответствующие выводы, если я внезапно исчезну в твоем поместье. Your employer? Pa, you're bluffing. I could kill you right here, and no one would ever notice that you've gone missing. Ну что же, вперед. You. All right then. If your life depends on it. So, what do you want? If this was about doing damage to me, you wouldn't have come back with a certificate. So here's the deal. I'll tell you what you want to know, and you'll give me back the paper and keep this matter about the child to yourself. Можешь не волноваться. And one thing in advance.
Try to double-cross me, and you will. А вот угрозы я не люблю. Расскажи правду о черном камне. As I expected. All right then. So, yes, it is true that I once owned the stone, but it is also true that I no longer do. That thing whose birth that piece of paper in your hand proves owns it now, if it is still alive, that is. Черный камень у твоего сына? Don't call it that. That creature doesn't deserve to bear the family name. But yes, he has it, if anyone does. I fear I have to go back in time a little. 7 years ago, with my old wench, she got pregnant. At first I thought it was a gift of fate, but when the child came, it was an atrocity, a joke of nature. Everything but a worthy successor for our house. Что-то ужасное? То есть ребенок был уродцем? Malformed? Oh, that would be the understatement of the century. It had these tumors all over its face, and its left leg was a clump. The apothecary said it was a wonder that it even survived the birth. И что ты с ним сделал? I gave him away. And please, save yourself the indignation. You wouldn't understand my decision if I tried to explain it to you. А что сказала твоя спутница об этом? Твоя жена? Well, what do you think? She sure wasn't happy about it. But it was the right thing to do, and if a man makes a choice, the wench has to accept it. She's gone, anyway. Syphilis took her. И куда же ты отдал своего сына? To a small village where no one from Ark would ever see him. Or at least where no one could trace him back to me. И как же твой сын получил черный камень? My wench. She stole it from the treasury and put it into one of his pockets. She probably thought it was a common jewel of some sort, and that it would help whomever he ended up with to take pity on him. But truth be told, I didn't mind too much when I found out. Buying the black stone in the first place was one of the biggest follies my father ever committed. I don't put much stock in superstition and folk tales, but everyone knows something is wrong with those things. Anyway, since you will probably ask, as far as I know, the village where they took it is called Silver Grove. If the stone still exists, you should find it there. Now, give me the parchment and get lost. I kept my end of the bargain. Держи. И пока я тут, сделай миру одолжение. Подавись своей ненавистью. I'll think about it. Now get out. Все, отпускай. А, меня опять телепортируют? У него дома какой-то телепортатор встроенный есть. Я тоже такой хочу. Чтобы можно было телепортироваться. И всех уходящих телепортировать из дома. Среброград. Где находится Среброград? Там мы еще не были ни разу. Ого, интересно. Это мы из башни Мирада в Дюнном будем топать. Может быть, заодно зайти, здесь рядом грот был какой-то, посетить его. Ну, я по поводу этого вопроса подумаю. В любом случае, этим мы займемся уже завтра. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.